Около 200 бразильцев вышли на протест у Сахарной горы в Рио-де-Жанейро. Жители выступили против строительства канатной дороги, которая входит в проект по расширению объектов на вершинах гор. Канаты протянутся на 800 метров. Новые застройки и приток туристов могут негативно повлиять на фауну и флору в регионе, говорят протестующие. В компании, управляющей канатными дорогами, уверяют, что шум от подъемника не будет слышен жителям внизу. Между тем, онлайн-петицию с требованием остановить работы подписали почти 11 тысяч человек. Застройщики планируют ввести канатную дорогу в эксплуатацию во второй половине этого года. Сахарная гора уникальна своей естественной красотой. Здесь и так много туристов. Наверху уже чего только нет. Туалеты, фонтаны, бары, кофейни, магазинчики, зоны отдыха. Больше ничего и не нужно.